Всем привет, с вами я, Денис Геймерс. Давненько я не публиковал ролик, уже прошло больше недели, но сегодня сейчас не об играх и не о каких-то там разоблачениях, о которых я сейчас буду говорить. Сейчас у нас для вас грустная новость. Сегодня в Севастополе произошел теракт. Да, теракт произошел... На пляже Севастополя погибло 3 человека. 124 были ранены. В том числе были 27 детей, ну, тоже ранены. И вот я не знаю уже, что с этого предпринять, но я думаю, все, кто причастен к этому варварскому террору, можно сказать, это всем привлечется к уголовной ответственности. Понимаете сами, в том, то, что сейчас по новостям говорили, что теракт произошел в Севастополе, попали по пляжу. И да, попали с помощью украинских ракет «Атакамс», которые именно они долетели как раз-таки до Севастополя и... обстреляли пляж, понимаете? Осколки снаряда даже попали не только в автомобили, ну и в стекла ихние. Даже в стекла здания попали. Так что завтра, 24 июня, в Севастополе будет общенациональный траур по погибшим. Те, кто погиб в кровавом страшном теракте. Да, до этого уже был теракт в Крокус-Сити-Холле, если кто не видел, я про него рассказывал. И вот сегодня точно такой же теракт произошел, но на Симферопольском пляже. В общем, я не знаю уже, что говорить. Уже на канале Униан, или как их там называют, Куниан, выложили видео про то, как украинцы на голову всю лапшу вешают, ну... Вы сами понимаете, в том, то, что сейчас как украинцы себя ведут, они попросту атаковывают с помощью западного оружия наши мирные города, понимаете? Сейчас и Белгород, и Симферополь, и все остальные российские города под обстрелом. И если кто-то живет в этих городах, например, там в Севастополе, в Краснодаре, либо еще кто-то, то я искренне... за вас молюсь, чтобы вас не убили вот эти чертовые нацисты, можно сказать, потому что вы сами понимаете, что творят эти люди. Они эти сволочи, можно сказать, убили 2 человека, среди них был 2-летний ребенок, понимаете, 2-летний малыш погиб в результате обстрела в Симферополе. Да, именно как раз это и оно и произошло. Так что все мы плачем о том, как происходят вот такие теракты в Симферополе и в Севастополе. Это в оккупированном Крыму произошло, если что. И да, многие украинцы, некоторые злые и хотят уничтожить Россию. Но вы просто люди, вы просто не люди, а клоуны, можно сказать. Кто такой, вот на кого вы вообще осмелились на это повестись? То есть, вы мало того, что вы атаковываете наши мирные объекты и военные, так еще и убиваете детей, вы понимаете, что вы возвращаетесь к геноциду? И да, если не знаете, что такое геноцид, я вам скажу. Геноцид — это такие люди... Ну, то есть украинцы, которые убивают множество детей. И причем это происходило не раз в Донбассе. До этого в 2014 и в 2015 году уже убивали много детей. И погибло уже больше 100 детей из-за кровавого теракта и украинских карателей от рук. Вы же понимаете, что творится. А вы еще говорите... что вы мир будете нам делать.
Я так думаю, что мира никакого не будет, потому что я думаю, что украинцы этим и добиваются, то, что они хотят уничтожить нашу Россию с помощью западных ядерных оружий. И именно как раз эти западные кураторы или сателлиты просто взяли и направили эти ракеты Атакамс, я не знаю, с военной базы Запада в сторону Симферополя. Я искренне соболезную погибшим, тем, кто погиб в этой страшной войне в Симферополе и в оккупированном Крыму самом. Так что, как бы вот так вот. Вот такое вот видео грустное получилось. Оно будет без монтажа. Если вам понравилось это данное грустное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.